Теперь каждая смена консьержа дома номер 6 по улице Лукачева Татьяны Аверьяновой начинается с обязательной процедуры – дезинфекция подъезда. Она помогает уборщицам, протирая спецраствором кнопки лифта, входную дверь и почтовые ящики. Порядок поддерживает на рабочем месте и в течение всего дня. Каждые 2 часа мы обрабатываем ручки, лифтовые кнопки, в кабине кнопки лифтовые. Жители одобряют такое тщательное внимание к своему подъезду. Каждое утро, когда выходишь, да, чувствуется запах хлорки, все обрабатывают, никаких претензий нет. Должно быть чисто, и мы должны соблюдать меры безопасности. Все поверхности, которых касаются жители дома номер 68 по улице Агибалова, тоже регулярно протирают специальными средствами. Управляющая компания с запасом закупила дезинфицирующие жидкости, чтобы ежедневно проводить эту работу во всех домах, за которые они отвечают. Да, они все сертифицированы, поэтому никакой угрозы здоровью и не представляют. Не удаляют бактерии, вирусы, к тому же. То есть дезинфицируют поверхность, но лучше всего находиться дома. Теперь коммунальщики, помимо дезинфекции, и влажную уборку подъездов стали проводить в 2 раза чаще. Эти рекомендации специалисты ГЖИ Самарской области направили во все региональные управляющие компании ТСЖ и ЖСК в соответствии с постановлением губернатора Дмитрия Азарова. Мы сегодня с вами увидели, что добросовестные управляющие компании прислушались к данным рекомендациям. Мониторим, поступают обязательно, если поступают звонки от жителей, что в нашем подъезде не проводятся такие работы. Мы связываемся с руководителем управляющей компании о необходимости вот срочно принять эти меры. Если в вашем доме управляющая компания не отнеслась серьезно к данному распоряжению и не проводит необходимую дезинфекцию, специалисты ГЖИ просят сообщить по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.